Центры занятости населения Томской области ведут работу по трудоустройству подростков в летнее время. Более 4000 школьников региона будут обеспечены временными рабочими местами в период летних каникул. Как правило, наибольшее количество рабочих мест создается в бюджетной сфере, отметила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. Подростки занимаются уборкой территорий, детских площадок, озеленением школьных и придомовых участков, реставрацией книжного фонда библиотек, работают помощниками вожатых, курьерами. По данным Центра занятости населения Колпашевского района, этим летом на территории муниципалитета будут временно трудоустроены 187 подростков. 47 из них состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Рабочие места школьникам предоставили 15 организаций района.